«Факел», «Огнеборцы», «Прометей», «Агент 01», «Искра», «Феникс». Команды с такими говорящими названиями собрались в спортивном зале первой пожарной части. Каждая сборная представляет то или иное подразделение ядерного центра. Ребятам предстоит побороться за победу в квесте, который организаторы посвятили 370-летию со дня основания пожарной охраны. Мероприятие проводится в игровом виде, да, но это, наверное, самое лучшее изучение первоначальных действий по тушению пожара, либо по профилактике пожаров, да. Командам раздали маршрутные листы и пожарные щиты, которые будут заполняться наклейками по мере прохождения этапов квеста. Ребята в белых майках из команды «Прометей» представляют Институт лазерно-физических исследований ядерного центра. Многие из участников сборной познакомились с профессией спасателя впервые, но даже самые юные из них знают, как правильно обращаться с огнем и избежать несчастного случая. Не доставать спички. Следить за утюгом, выключать газовую плиту, не забывать выключать из розетки приборы. Составить пословицу, превратить пожароопасные слова в безопасные, сбить мяч струей воды из пожарного рукава, пройти полосу препятствий и научиться надевать противогаз. Участники квеста не просто посмотрели, чем живут и дышат саровские пожарные, но и совершили полное погружение в эту непростую, но важную профессию. Я узнала новые пожарные инструменты, как одевать вообще противогаз, какая работа пожарных сложная, какая нужна физподготовка. По итогам квеста команда отметили в различных номинациях. Сборная «Прометей» получила диплом за лучшее время при прохождении этапа эвакуации. После квеста всех участников ждали призы и вкусные угощения. Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.